Мы 24 часа проведем в цирке. Пишем пиццу. До свидания. У кого-то там еда из мака, а у нас из бабушки. Кстати, я соль пересыпала. Стой, подожди. Бомжики. Ну, ну да. Вот так с бабушкой ходить. Закрытыми глазами. О, вот это сюрприз. Так, скоро уже надо, чтобы открыть глазки. Пока закрытые. Салтовец уже открыл. Уже не сюрприз для кого-то. Ну. А теперь? Ну, сомневался, что... что сейчас будет? Четыре. А там. Так, молодцы, молодцы. Это пенная вечеринка. Все. Пузыриками. Ребятки, можно будет поймать пузырик? Только давайте дадим возможность вылететь ему. Как банан? Мы апельсиновый просили. Как банан. Дай попробовать. Сколько всего, да? Вот ты уже выросла, тебе не нужны игрушки. Давай не будешь сейчас игрушки. Пойдем. Третий звонок, пойдемте обратно в зал. Мы на сцене. Потеряла ее. Где она? Поиск Миланы. А вот она. Она уже ныряет. Попросить и не брызгать. Спасибо, не брызгай, пожалуйста. Милан, ты что, брызгаешь?
лес. Ты людей всех забрызгала. Что она сделала? Она людей забрызгала всех от радости. Вот я не раз здесь была... Не брызгай, она продолжает ее заливать. Последний раз я здесь была 8 лет назад. О, пойдем. Давай выступать. Давай. Анна, ты где опять? Ты тоже не знаешь, где идет. Сам найдется. Надеюсь, не тупая туда пришла. Ну, теперь полдня будем Милану искать. А она уже сидит, мороженое кушает и представление смотрит. Охренеть. На своей подушечке. Тебе удобно? Иди, что больше покушать. Было бы ближе, я бы вышла. Тут, блин, и очередь. Давай на трамвайчике покатаемся пока. Садись. Мой размерчик. Посидите, а мы сейчас с папой получим одежду. Идем отсюда. Где Милана? Процент их нахождения равен нулю, да? Ну да, я и так сказала. Нет. Звук не с этой стороны идет. Третий номер и недоступен. Ну, пойдем так искать. Я тут постою хорошо. Не, я пошли. Я потом тебя не найду. Мы сейчас идем отсюда, с этого столпления людей, домой, короче. Нашли Милку, да? С бабушкой. Она там уже не снимается, по-моему. Тут только я в главных ролях здесь все веду и говорю. А она там... с нами поругалась. Там второстепенные. Она больше не хочет снимать. Все, идемте.